Погнали! Всем бонжорно, дорогие хищники, меня зовут Юркий Элохант, и это игра Cool Spot, мы продолжаем ее проходить. И третья попытка пройти бонус уровень, чтобы достать наконец-таки последнюю букву. Вот как-то так, погнали. Я слегка запомнил, в том-то проблема, что ведь слегка я запоминаю последовательность. Так, отлично, все нормально. Есть! Ну, конечно, потратив небольшое количество жизней, я все-таки достал эту букву. И это круто. Так, ну что, давайте попробуем теперь, я не знаю, часы, что ли, взять. Так... Блин, ну конечно, надо сбивать все шипы. Ладно, по крайней мере теперь шипов там нет, это уже очень хорошо. Это говорит о том, что я теперь смогу, наверное... Так, что-то я не пойму. Ай, часы, да, нужны часы, конечно, нужны. Так, вот, блин, есть, ага, еще одни там были. Надо было обязательно на этот пузырек еще прыгнуть, не пропускать его, чтобы взять часы. Вау! Так, давайте фишечки собирать. Теперь тупо фишки собирать. В тот раз я сосредоточился на поиске буквы, а теперь я могу спокойно собирать как можно больше фишек. Какая же приятная музыка все-таки на бонус уровне. Ну, здесь как бы в этой игре она везде приятная. Но на бонус уровне она особенно такая какая-то динамичная. Ух ты! В итоге меня завалили. Отклеился. Ладно, ничего страшного. Последний continuous encore. Последнее продолжение. Ох. Назад на стену. Теперь можно бонус уровней не собирать, и теперь мы можем просто тупо собирать 30 фишек и просто-напросто проходить до конца. Потому что уже бонус уровней, наверное, не будет. А давайте посмотрим, я, кстати, уже не помню. Я тысячи и тысячи раз играл в эту игру, особенно в детстве. Но почему-то я так и не могу вспомнить. Если ты прошел все бонус уровни, то что будет? Появится он еще или нет? Давайте попробуем все-таки на этом уровне насобирать все это дело. Вот, видишь, я же говорил, что в обратной последовательности все уровни теперь. Да, это типа как... Кстати, да, если кто не знал, мы типа дошли до конца, там, где он падал, крутился в начале прошлого выпуска. А теперь мы уже типа возвращаемся назад. Так, почему я иду наверх? Потому что я сюда еще не сходил и не посмотрел, и здесь не поискал свои фишечки. Целую одну взял, ты смотри. Но это еще не все. До упора экрана-то я не дошел. Оп, осторожно, мышеловка. Угу. Вот такие злые мышки в тюремных пижамах. Все, ясно. Можно было не возвращаться. Вот теперь погнали. Паучок. Берем и собираем все фишки. Посмотрим. Если ничего не будет, либо если будет тот же самый бонус уровень, то тогда уже больше мы не будем собирать. Но, по-моему, просто не будет ничего. Просто-напросто не будет бонус уровня и все. Так, гвоздь торчит. Оу! Чуть на другой гвоздь не свалился, который внизу. Точь такой же. Точь в точь. Так. Аба, мышонок. Странно, мыши сыром распрасываются. Это очень странно. Так, погоди, в смысле, а куда? Сюда, что ли? Ага, ясно, погнали. Чик-чик-чик. Так, мочим паучки всякие. Аба! Я понял, вверх, значит, сходим вниз сначала. Посмотрим, что здесь. За трубами, видишь, фишки всякие есть. Ах!
А вот на этот раз я по башке получил. Этой самой злосчастной мышеловкой. Есть, найди клетку. Ну да, 30% сор. Ох! Так. Он же все респаунится здесь практически. Хорошо еще, что только неубитые злодеи, скажем так, восстанавливаются. Респаунится, когда ты возвращаешься назад. А убитые уже не вернутся. Так, это я отсюда пришел, да? Ого. Труба длинная. Ах! Не зря. Ну, конечно, на кнопку я упал зря. Но вдоль трубы я летел абсолютно не зря, потому что там была одна фишка. Ха. Супер. Ай, паучу... Ох ты, паучки, смотри, тоже разгоняются. Сначала медленно ползут. Начинают быстро ползти. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Такс. Вот такое вот веселое у нас пятнышко красное с логотипа 7-Up. 7-Up это, в принципе, можно сказать, то же, что и спрайт. О, здоровье заработал, жизнь заработал, то есть. Спрайт, это 7-Up как бы. Ну, в смысле, не это прям 7-Up, спрайт, в смысле. А аналог, потому что... Пепси. Это аналог Кока-Колы. 7-Up это аналог Спрайта. А Миринда это аналог Фанты. Поэтому есть Кока-Кола, Фанта, Спрайт, а есть Пепси, 7-Up и Миринда. А, спасибо. Заполнил здоровьюшко. Клеточку уже можно искать. Клеточку мы ищем, если кто не помнит. В клетке сидит наш двойник, наверное, с другой этикетки 7-Up. Братюня. И мы должны их всех освободить обязательно. В этом и есть суть игры. Ну а так, игрушка вообще сама по себе просто веселая, интересная, увлекательная, классная. 1993 года игра. Эх. Помню, залипал в нее в детстве. Классная игрушка. Воу, вали отсюда. Чпок-чпок-чпок. Валим, 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 валим. Так. Часики. И плюс 30 секунд зарабатываем. Есть! Так, что еще фишка? 57%. Как-то что-то не густо. Под конец стало сложнее зарабатывать. Так. Воу. Так. Ой, а у меня почти отклеился кул спот мой. А! Есть! И уже не отклеивается. Чуть-чуть грустный. Чуть-чуть криво очки висят. Но, по крайней мере, целый. Спасибо за фишку. Такс. Злостный, злобный мышонок. Куда мне? Мне вниз или мне вправо пойти? Сходим пока в правую сторону. Оу, и здесь варианты. Дилемма. Так. Угу, я понял. Здесь чекпоинт, значит, типа я все правильно иду. Значит, нужно сначала сходить неправильно. Собрать все, что есть. Ну вот, полностью здоровье восстановил. Так, ну что, еще две фишки и... Как бы обычно давали бонус уровень, когда 75%. Но сейчас я не знаю, что будет. Все бонус уровни пройдены. Что теперь будет, я не знаю. Погнали. Так, 74. 75, смотри, ничего не произошло. Все, бонус уровней нет. Типа, ну, можно просто так собирать. Ясно, как только все буквы соберешь, все, бонус уровня нет. Ах ты, зараза. Я думал, он перепрыгнет. Я думал, он справится, а он не справился. Ладно, что ж. Вот теперь пойдем туда, куда нужно.
Ах ты за... Да что ж такое, слушай, захлопнулось. Ой. Так, типа вверх показано идти. Хотя клетка уже там... Ого! 59 секунд! Охренеть! То есть я сейчас могу даже не успеть. Тупо под конец уровня. Вот так вот, да? Ой, а чего он, слушай, отпрыгнул? Там же маленький пузырь, он как бы не должен от него отпрыгивать. 39 секунд. Я все-таки хочу успеть вернуться нормально. По-человечески. Так. Чё за глюк? Почему он отпрыгивает? Он не должен от маленького пузыря отпрыгивать. Ну и ладно. У нас все равно очень много жизней. И это ничего не даст. Ну, заработал бы я еще одну. Тут, по-моему, в этой игре больше 9, типа, нельзя заработать. Так что... А я в любом случае не потрачу. Док и рок... Так что можно все не собирать. Ну вот, смотри, это уже был второй уровень в начале игры. Теперь это второй уровень с конца. Так что следующий уровень, стало быть, будет последний. Замечательно. Пэм-пэм-пэм-пэм. Только здесь будет, конечно, более запутано все. Ой, тут даже устрицы будут такие злостные. Ай, блин, а чтоб тебя, злая муха, а? Так, тут смотри, много вариантов, типа, как можно вверх пойти. Ладно, давайте мы уже не будем заморачиваться по поводу всех фишек, а тупо пройдем. Ага, вон оно чё. Я понял. До меня дошло. Что нужно именно с этой стороны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это не был вариант того, что типа с этой стороны, либо с той. Только с одной стороны можно. Ой, начал отклеиваться. Отклеиваться начал. Да чтоб тебе. Значок 7-Up. А-а-а! Я думал, он до меня добежит. Ой, не люблю я эти устрицы плюющиеся. Только когда она открывается, можно ее замочить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, муха, злая муха-цокотуха, позолоченное брюхо. Ага, это мне предлагают вниз свалиться. Ладно, уже не принципиально, не принципиально собирать все фишки. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это нужная вещь. Все, найди клетку, мы можем тупо искать клетку и все, проходить уже тупо на отвали. Так, вау, свали от меня. Злая муха-цокотуха. Но все равно, что так вот и хочется подпрыгнуть и собрать, а? Вот люблю я игры, где нужно собирать всякую такую фигню. Потому что это интересно, на самом деле. И вроде как бы уже и не обязательно, а ты все равно такой, ах, соберу. Ну, хотя, может быть, не все так, как я, прям хотят собирать все. Но сейчас можно уже просто... врубить тупо такое, знаешь, скоростное прохождение. Ну, конечно, уже оно скоростное не получится, но частично, скажем так. Частично скоростное прохождение. Все, можно забивать болт на эти фишки, да. И в итоге я собираю. Я просто думал, что вправо надо идти, а оказывается, надо в левую сторону было. О, блин, муха! Я просто не могу прицелиться, потому что он может тогда на этого ежа прыгнуть. Это будет не очень весело. Ай-яй-яй-яй-яй, вот смотри, здесь уже посложнее стало играть. Смотри, сколько врагов. Ой. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, мухи-мухи-мухи-мухи. Злые какие-то, даже не мухи, какие-то, я не знаю. Это, наверное, эти, как это, Бамблби там, как его там, Бамблби. Как Бамблби зовут, там, Шмель. Так, там были еще фишки, ну все, я не буду я собирать. А-а-а, нужная вещь. Потому что только что чуть не за... Ой-о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 й! Есть! Ух, полностью заполнил здоровье. Я уже думал, что меня завалят тут. Впервые. Потому что меня один-единственный раз завалили только в бонус-уровне, который только что был.
Все-таки сюда нужно было. Давай-ка попробуем разогнаться. Так, 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 так. Воу! Есть, получилось. Ух ты, даже смог так завалить его. Класс. Крабик злой. Хотя это, может, не крабик или крабик. Это просто... А крабы, наверное, разные бывают, да? Типа разные какие-то масти, разные породы. Ну ладно, уже соберу я уже эту фишку. Смысла в этом нету, но я соберу, пожалуй. Ай-яй-яй-яй. Док и рок. А, по-моему, в оригинале там док and roll. Типа не рок and roll, а док and roll. Ты куда убегаешь, убегаешь, зараза, а? А, типа, смотри, нужно уметь. Ах ты ж, падла! Вот так вот нужно потратить частичку себя. Своего здоровья. Фиг с ними, с фишками. Ау! Это... А! Нет, нет, все, убежала моя бутылка, ё-моё. Видишь, вот в этом и минус того, что сдалека начинаешь валить всех. Не успеешь потом добежать. Вот они как-то странно иногда дают две бутылки сразу подряд, вот этих вот, чтобы заполнить здоровье, а иногда вообще не дают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, реально стало посложнее, при том, что это уровень игры easy. Легкий уровень игры. Смотри, при том, что я пропускаю дофига фишек, я еще и собрал, умудрился. Смотри, не хотя, собрал 85%. Когда бывало такое, когда я старался, старался, и то не мог столько собрать. Ну, собирал, но как бы там поменьше. Ах ты ж, посмотри, какая подстава, а? Там, я понял, я думал сначала, что он может об потолок, типа, удариться, а там потолка нет, он просто прыгает высоко. А! Блин, он просто прыгает высоко. Я уже думал, погибну. А здесь просто вот так, смотри. Хаба! Вот оно чё. А как я так упал, я что-то не понял, просто не допрыгнул? Воу! Ого! Обалдеть, вот это... Ой, я помню, это жесть была, это конец уровня вроде. И тут была целая куча мух. О, я попал в замок случайно. Точно, я помню, что под конец уровня была куча мух. Уже, смотри, почти отклеился такой. Так и хочется... Так... Бонуса мало дадут, наверное. Ты смотри, даже достал, но все равно как. Было 9 жизней, так осталось. Серфинг-патруль. Ну вот и первый уровень, АК последний. И музычка даже та же самая. Как обычно, по стандартной схеме, в самом низу я мочу всех, а потом уже иду прыгать наверх, чтобы собрать все. Ой-ой-ой-ой-ой, не люблю этих гадов. Да что ж такое-то? Колоночка стоит. Спокойно. Там уже и шарики, кстати, двигаются. Ай, да чтоб тебя! Ты что ты, слушай, я не пойму, что за чудо? Еще раз надо было меня, наверное, сейчас мочкануть этому крабику в трусах. А-а-а! Смотри, какой злой комарик. Москито! Kill the mosquito! Так. Пи-пи-пи-пи. Вот сейчас, смотри, у меня жизнь потратят. Отнимут. Обалдеть, да ладно. Нет, не успели. А, раньше надо было. Смотри, просто вот такой вот крабик, который из песка вылезает. Крабик, который бегает в трусах вот внутри этой ракушки. И крабик, получается, который на прошлом уровне был. То есть мы с вами наблюдаем здесь три разновидности крабика. Крабики. Может быть, это любимые животные, ракообразные разработчиков? Так любит крабиков, так думаю, ну вот крабики какие красивые, хорошие. О, наверх. Ну все, я внизу всех мочканул. Теперь, походу, осталось собрать всю фигню. Только что еще может. А что там написано на книге? Кодек играм. Ха!
Прикинь. Кодовая книга. Да, было такое явление, помню, в 90-х. Так, ну что, погнали? Ой, а шарик-то улетел. А чё он улетает от меня? Так. Иди сюда, шарик. Так, а здесь нужно, типа, уже знать. Здесь не все так просто. Ну, на самом деле, нам, видишь, все, я понял. Назад, когда возвращается. Даже не сейчас. Но видишь, тут я не то чтобы за фишками. Здесь просто мне нужно реально наверх. Там же был палец показан. Чё за фигня, подожди. А здесь уже не так-то все просто, как было до этого. Зараза, стоять! Так. Я так понимаю, что это волейбольная сеточка натянута у нас, да? Так, а здесь нельзя уже посмотреть, да, куда? Так, я понял, на шару! Ё-моё, ты прикинь? Ага. А, могу уже клетку искать. А я, подожди, здесь не брал? Нет. Погоди-ка. А вот еще крабик. О, это он стреляет кто-то в меня. А, вот, собирал фишки и меня попали. Ах, стоять, зараза, а? Не люблю этого москита. Так, попробуй, может, отсюда. Ах ты ж, блин. Погоди, он так быстро катится. Так. Пробуем еще. Я хочу вот эти фишки собрать. Есть. Так, самый низ. Вот и как раз бутылочка 7-Up стоит под креслом, чтобы не перегрелась на солнышке, чтобы был оставался прохладненьким напиточком. Типа дает мне все собрать? Ох, нифига себе, какой умный шарик. Не все, дал собрать, не дал мне здесь собрать. Опа! Подожди, 59%. Не улетай далеко. Ух ты, а как мне... Вот зараза, ты представь себе, а? Здесь не все так просто, как кажется. Здесь реально нужно тупо знать, куда, что и как. Ой. Так, я вижу. Офигеть, вот это да. Не так-то просто здесь все. Блин. Я вижу тот шарик. Все, я понял. Подожди. Вот это вот, кстати, не так-то просто, как оказалось, да? Ты прикинь? Стоять, он такой быстрый. Так, вон там где-то справа. Вот. Нет, не этот. Блин, не этот. Ах ты ж, зараза! Это ж надо так мучиться. Прикинь, даже можно не пройти уровень теперь. Тупо проиграть таким макаром. Так, там еще какой-то я видел шар. Вот туда. Вот мне до этого как-то долететь надо, допрыгнуть каким-то макаром. Ну как? Офигеть, как это сделать? Жесть, никак не сделать. А я так искренне надеялся, что... Офигеть, ты прикинь, даже время кончилось уже. Слушай, я что-то затянул. Ты вообще позорно затянул с этим уровнем. Позорище. Куда? Может так вот... ну почему он мимо пролетел? Хрень какая-то. Ну вот. Блин. Вот ё-моё. А чекпоинт здесь был или нет? Ну какой-то... Ну да, конечно. А толку от этого чекпоинта? Так, подожди, я что-то не пойму. О, подожди, погоди. Смотри. Такой вариант есть еще, да?
Так что, может, оно и к лучшему, что я проиграл. Ага, вот оно чё, Михалыч. Ты посмотри, что творится. Блин, ну что ж такое-то? Я был 100% уверен, что он на шарик на этот прыгнет. Он что-то не цепляется, кстати. О, зацепился, молодец. Так, а это у нас что за шарик? Куда он нас ведет? Стоямба! Где тот шарик? Чё за дела? Я хочу посмотреть. Ах ты ж, падла. Ну куда тут шарик улетел? Так. Вот, смотри, лед тронулся, как говорится. Так. Уже не так грустно, как было. Воу, куда ты? Так, где там еще один был? Погоди, а куда тот шар улетел? Что за бред? И не возвращается все? Окончательно и бесповоротно? А, вот он. Не, подожди, что за фигня? Это тот же самый. Хрень какая-то. Ладно, допустим. Ага, вот еще. Ой, только тебя мне тут не хватало, зараза. Ах, да нет же. Не на этот хотел. Я хочу на вот этот шарик. Так. Вот-вот, смотри, уже что-то там песок. 95% собрано. Ну что, неплохо. 98-2 пропустили только. Есть! Наконец-то! Наконец-то мы прошли эту игру. Но это был последний уровень, ребята. Ну что, еще может быть до жизни? О, класс, я вообще шикардос прошел игру. Рекорд, рекорд. Смотри, как он прыгает и пятками. Тыц, тыц. Рекорд 298 550 очков. Вот, смотри, всех чуваков, которых я освободил за все время. И написано «Круто!» По-английски, помню, было написано «Кул». Ой. Зевота заразительно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11! И я 12-й. 11 уровней было? Ну да, это 4-й выпуск получается. Да. Было у нас где-то 3, где-то 2 уровня. Все, игрушка пройдена. О, такой, смотри, как ребенок восхищается титрами. Ха, отлично. И музыка классная. Просто супер. Вот реально, получаю удовольствие от старых добрых сеговских игр. До встреч. Как же это было круто в детстве. Что, ребята, с вами был Юркела Хант. Это была игра Cool Spot Sega Mega Drive. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о новых выпусках. Оставляйте ваши журавлики, пишите комментарии. Hasta mañana!